Не прошло и месяца после отъезда Кристины Орбакайте из России, как она снова спелась с Киркоровым и Руссо. Менее месяца назад Орбакайте сделала громкое заявление, окончательно расставив все точки над «и». После Кристина собрала вещи и благополучно отчалила за океан, где планировала заработать за счет гастролей по местным городам. Вот только дело там идет очень плохо, билеты почти не покупаются. И именно поэтому Кристина в очередной раз наплевала на свои принципы и спелась с Киркоровым и Аврамом Руссо. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. А мы начинаем. Вы наверняка помните, сколько пафоса и гонора было в словах Кристины, когда она прощалась с российской публикой. Она буквально всех уверяла, что увидеться им предстоит лишь в лучшей жизни. Выступление в Санкт-Петербурге она называла последним, рассказывала про какие-то сложные времена, дефолты и так далее. При этом всего полгода назад Орбакайте гордо кричала в микрофон, что живет она именно в России. Эх, чего только не скажешь, чтобы дали выступить, не правда ли? А вот и прощальная речь Кристины Орбакайте. Выступление в Санкт-Петербурге этой весной. Это был заключительный концерт. Больше мне не получилось проехаться по России. В общем, я приняла решение. Мы когда-нибудь встретимся в лучшей жизни. В России всегда сложные времена, вечно какие-то проблемы, дефолты. И мы это все вместе переживали с моими российскими поклонниками, сказала Орбакайте. Но расстроился ли кто-нибудь от столь серьезной потери? Конечно же нет. Вот только многие уже тогда не верили в искренность намерений Орбакайте. Наша публика прекрасно знает, что все наши звезды шоу-бизнеса способны зарабатывать только в России, а за ее пределами они никому не нужны. На осень у Орбакайте был запланирован большой гастрольный тур по городам США и Канады. Думаем, вы прекрасно понимаете, чем все это закончилось. В подавляющем большинстве случаев реализовать удается лишь половину билетов. И это еще не самый худший вариант. Недавно состоялось выступление Орбакайте в Майами. Концерт прошел в зале примерно на 1000 посадочных мест. Однако продано было чуть более 450 билетов. Если бы организаторам удалось заполнить весь зал, то Кристина получила бы примерно 11 миллионов рублей. А с такой наполняемостью ей удалось забрать всего 6,5 миллионов. С учетом расходов на аренду площадки, зарплата команде, реклама и так далее, артистка еще в минус ушла. А ведь это было в Майами, где полно русской публики. Но эта публика разборчива, и люди не готовы платить уйму денег за пение под фанеру. В общем, тур The Best с треском провалился. Что в таком случае делать? Не в Россию же опять возвращаться? В самом-то деле. Но тут на выручку приходит наш поп-король. На днях Орбакайте вновь выступила на одной сцене со старыми друзьями из России для российских поклонников. Крупный телеграм-канал Shot сообщил, что в минувшие выходные Орбакайте была замечена в Дубае в компании Филиппа Киркорова и певца Аврама Руссо. Сообщается, что вся троица выступала на частной вечеринке. Концерт прошел в одном из ресторанов рядом с легендарным небоскребом Бурдж-Халифа. Любопытно, но имена артистов не раскрывались до самого последнего момента. Одним из главных условий стал запрет на любую съемку выступлений Кристины Орбакайте, а также ее нахождение рядом с другими российскими артистами. Спрашивается, с чего бы это? Кстати, а ведь еще совсем недавно Орбакайте отказывалась петь с Аврамом Руссо. На прошлом дубайском корпоративе Кристина в самый последний момент просто отказалась выходить на сцену, чтобы спеть совместную песню «Просто любить тебя». Несмотря на отказ выходить на сцену, деньги Кристине пришлось заплатить, поскольку совместное выступление не было обговорено заранее. Что касается Руссо, то он как-то признался, что уже пару лет не общается с Орбакайте. Судя по всему, неприязнь Кристины и Руссо объясняется тем, что ранее певец публично заявил, что ему плевать на уехавших из России артистов. Ну а мать Орбакайте уехала в первых рядах. Вот и все объяснения. В этот же раз отвертеться Орбакайте не удалось, и ей пришлось выйти на сцену с Руссо. Кстати, несмотря на все запреты, информация все равно утекла в сеть. Для всех очевидно, что Орбакайте приехала в Дубай ради денег. Учитывая провал ее тура в Штатах, такие корпоративы реально спасают. Да и потом, плевать на принципы, если за это хорошо платят. Продюсер Павел Рученко считает примерно так. Я думаю, Кристина Орбакайте выстраивает свою определенную публичную позицию, которой она придерживается. Поэтому она заявляет, с кем будет выступать, а с кем нет. Но при этом кушать-то хочется. Поэтому, если на камеру выступления снимать никто не будет, то почему бы и не выступить рядом с российскими артистами? Тем более, если за это платят хороший гонорар, сказал
Павел Рудченко. Учитывая все это, мы нисколько не удивимся, если Арбакайте приедет в Россию под Новый год с целью срубить деньжат. Уже для всех очевидно, что кроме как в нашей стране, творчество Арбакайте нигде не востребовано. Приедет, споет на нескольких концертах и улетит обратно с миллионами в карманах. В прошлом году все именно так и было. А там кто знает, может и на огонек какой-то пригласят, типа на песню года. У нас в этом плане возможно все. Вот, например, Григорий Лепс отметит Рождество с шаманом и Кристиной Арбакайте. Гала-концерт «Рождество с Григорием Лепсом» состоится 22 декабря 2024 года, по традиции, заложенной еще в 2015 году. Григорий Лепс соберет на сцене самых ярких представителей российской эстрады. Вместе с Лепсом в этот вечер радовать зрителей будут шаман, Михайлов, Долина, Пресняков. Среди участников значится также Кристина Арбакайте, недавно заявившая, что выступит в России когда-нибудь в лучшей жизни. Впрочем, организаторы уточняют, что возможно изменения. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. До скорой встречи!